Пожар девятиэтажки в центре Караганды унес жизни трех человек. ЧП произошло вчера ранним утром в доме по бульвару Мира. Динара Сартаева расскажет подробнее. Жители этого дома до сих пор в шоке от произошедшей трагедии. В 5 утра у людей началась паника, произошло возгорание. Две молодые девушки задохнулись угарным газом, а вот мать погибших во избежание мучительной смерти выпрыгнула прямо с 9 этажа. Вот сюда она упала, точно, потому что у меня соседи, у них окна сюда выходят. Они говорят, вот здесь видели. Тулиген Жусупов, житель этого дома. Мужчина рассказывает, пожар начался около 6 часов утра. Запах гари почувствовала его супруга. Тем утром жители спасались, как могли. Находясь в панике, кто-то выбегал на улицу, а кто-то от безысходности выбирал другой выход из этой страшной ситуации. Здесь дым был невозможен. А потом только мы уже начали узнавать, что там с той стороны кто-то упал. Говорят, женщина упала. В смысле, она сбросилась. Видать, уже шансов не было. И потом людей выносили отсюда, двух женщин тоже. Дым охватил все этажи. Чтобы не задохнуться от угарного газа, жители стали выбивать стекла в окнах и балконах, тем самым спасая свои жизни. Зинаида – соседка погибших. Женщина проснулась от шума. Первая мысль, которая посетила ее – бежать. Однако вместе с супругом оказались на балконе. Семья до сих пор в шоке от случившегося. Погибших соседей они знали хорошо. Хорошие хозяюшки, мама, бабушка, доченька, сноха, все красивенькие, умненькие. Всегда у них дома чистота, порядок. Вот так вот запаниковали, наверное, не знаю как-то. В ликвидации ЧП были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники службы пожаротушения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ходе проведения разведывательных мероприятий между вторым и третьим этажами была обнаружена девушка без признаков жизни. Далее между третьим и четвертым этажом была обнаружена вторая девушка, также без признаков жизни. Вероятно всего, это был малокалорийный источник зажигания, окурок, брошенный на строительный мусор, который лежал под лестничным маршем. Динара Сартаева, Ержан Алипов, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.